Сегодня в органном зале последние репетиции перед финалом фестиваля «Хрустальный петушок». В гала-концерте примут участие победители районных этапов. Их имена уже известны. Вместе с детьми на сцене будут выступать даже звезды отечественной эстрады. Но кто это, пока держится в тайне. А в фойе органного зала выставка лучших творческих работ, которые были представлены участниками районных этапов конкурса. Это конкурс певцов, танцоров, мастеров декоративно-прикладного творчества, детей, у которых есть особенности здоровья. Безусловно, это очень важное мероприятие, очень социально значимое. К этим ребятам присоединяются творческие коллективы обычных детей, которые занимаются в наших коллективах, при домах культуры, в районных, в школах. И такое взаимодействие очень помогает детям с особенностями здоровья в жизни. Активно поддерживает участников конкурса городская лига женщин «Мост добра». В этот раз ребята также не останутся без подарков.